В нашем городе продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». За последние месяцы было торжественно открыто несколько дворовых территорий. Открытие представляют собой отчетные выступления первых лиц города, музыка, ликование и аплодисменты жителей. На открытии двора домов 47 и 49 улицы Куйбышева вышло все в точности наоборот. Сегодня должно было состояться торжественное открытие двора домов 47 и 49 по улице Куйбышева. Однако все пошло не по запланированному сценарию. Первые лица города были встречены довольно холодно. В их сторону посыпались многочисленные вопросы и недовольные высказывания. Жителям категорически не понравилось качество проделанных работ. После того, как у нас было телевидение, у нас произошли очень положительные, в кавычках, изменения. У нас открылась щебенка, у нас появились ямы, у нас невозможно пройти, потому что все заливает. У нас, к этой мусорке подойти тоже невозможно, потому что асфальт лежит вот такими... как щебенка, даже не утрамбован. Там ни подмести нельзя, ни убрать нельзя. То есть изменения произошли в худшую сторону. Наш двор стал намного хуже, и говорят даже не только жители вот двора, а говорят даже те, кто проходит мимо. Вы сейчас можете пройти, вот спросить любого жителя наших домов, кто, например, видит благоустройство в нашем дворе. Никто. Как и было обещано, лавочки и урны во дворе есть, но и с ними не так все просто. По словам жителей, их поставили неправильно и не у каждого подъезда. Не была сооружена и новая детская площадка. На все вопросы постаралась ответить заместитель главы Наталья Баранова. Значит, поступило предложение от товарища собственного жилья. Дорога написала 49 от Шубина, председатель ПСЖ, что включить его в программу, это двор, по минимальному перечню. И перечисляет сколько? Пишет, внутридворовые проезды, освещение, лавочки и урны. То есть минимальный перечень. И мы с вами, помните, собирались в комиссии, общественной комиссии, рассматривать эти заявки. Предложение о включении данных дворов в эту программу. Это срок. То есть по минимальному перечню. Мы везде перечисляем. Минимальный везде перечень. Опять перечисляю. Внутри дворов проезда, освещение, лавочек. Потому что дополнительный перечень значит что? Софинансирование собственного помещения. Помните? Дополнительный перечень. А в дополнительный перечень входит парковки, контейнерные площадки, детские городки, пешеходные, если дополнительные дорожки, беседки, там, все, что остальное. Хочешь, это дополнительный перечень. Но он делается после того, как получен минимальный перечень. Это как в программе звучит. То есть мы пошли все по минимальному перечню. Жаркие споры во дворе продолжались еще долго. Жители не намерены оставлять все так, как есть. Они собираются обратиться выше. Николай Теплов, Никита Желтов, новости ТВ рассказывают.